А он какого года рождения? Сколько ему лет? 46, 45 или 46. Они сами с Бугульмы. В Казань мужчины вместе с друзьями приехали на заработки. По словам соседей, вся компания по ночам регулярно устраивала шумные попойки. Участковый постоянно навещал неспокойную квартиру, но все впустую. В эту ночь приятели также выпивали. Я выхожу, короче, я вот вижу руку, вот правую его шне. Я вот прям видел, как он упал, просто реально. Я вот выхожу, я смотрю, его нету. Ну, в квартире его нету. Я думал, в этом балконе курит, может. Выхожу, короче. Он падает. По словам знакомых погибшего, пока они разошлись по комнатам, мужчина перелез через перила балкона и сделал последний шаг. Ну, у него, это самое, и у матери, у него, короче, чуть-чуть крыша ехала. Бывало такое. И у него так же. Хотя в эту ночь у мужчины не было подавленного настроения, тем не менее, друзья нисколько не удивились поступку своего приятеля. Это не первый случай. Он с этой самой, короче, ну, собирался самоубийством до этого еще. Для выяснения всех деталей произошедшего всю компанию друзей увезли в отдел полиции.